Есть отдельные правила по поводу чтения знаков препинания. Какие-то знаки препинания мы вообще можем игнорировать. Это чисто, ну, как сказать, знаки пунктуации в письменной речи. Они в устную речь вообще не переходят. Точка только в конце. Если вы хотите поставить точку, представьте, что вы взобрались на высокий обрыв, взяли камень и шваркнули его вниз. О, какая интонация. Нет. А запятая, он говорил, это как поднятый кверху палец, который призывает ваше внимание.